настраиваем терморегулятор розеточный для инфракрасных панелей или других электрических обогревателей. В данном случае панель Укроп Керамик 500 используется. Итак, мы подключили вилку от обогревателя в переходник розетки в терморегуляторе, а сам терморегулятор в розетку. Это термодатчик. Вот его можно так вот скотчем прикрепить, если он мешает. Значит, и у нас есть две окна. Изначально показывает температуру текущую, которая есть в комнате. Сейчас 23,5 показывает. Вот, значит, есть только две кнопочки, плюс и минус. Соответственно, здесь этот терморегулятор можно установить на диапазон нижний и верхний, верхнюю границу. То есть я советую сначала устанавливать верхнюю границу, а потом нижнюю. А вот плюсик, это у нас верхняя граница. Когда мы его нажмем, на циферблате будут мигать цифры. Это означает, что нужно уже устанавливать температуру. Вот нажимаем, мигает, устанавливаем. Нажимаем вверх. Допустим, пускай верхняя граница будет 25 градусов. Опускаем, ждем. Зафиксировалась температура. Так, дальше. Теперь нижний диапазон. Если 25 верхний, скажем, я хочу, чтобы на полградуса ниже было. Ну, минимум. Теперь устанавливаем ваш приемлемый минимум. Минимум пускай будет 24,5. Нажимаем минус или стрелочку вниз. Минимум 24,5. Устанавливаем. Стрелочка вверх. Тянем 24,5. Опускаем. Вот, теперь что мы имеем? Верхняя граница температуры воздуха в комнате. У меня максимально должна быть 25. Нижняя граница, проверяем стрелочкой вниз, 24,5. Что это значит? Это значит, сейчас терморегулятор включил мою панель инфракрасную. И когда температура воздуха дойдет до 24, до верхней границы, то есть 25 градусов, терморегулятор отключит инфракрасную панель автоматически. А когда температура воздуха опустится до нижнего порога, 24,5 градусов в данном случае, тогда терморегулятор включит инфракрасную панель. Ну и так далее. Это он будет делать автоматически. Ну, вроде как все. А, еще и очень важно уровень терморегулятора, уровень установки его. То есть, где у вас розетка. Если у вас розетка снизу, по европейскому типу, тогда нужно это учесть, что внизу всегда температура ниже. Поэтому вам нужно где-то на 1-2 градуса еще добавлять при установке желаемой температуры в комнате, температуры воздуха. Напомню, это был розеточный терморегулятор, который измеряет температуру воздуха в комнате. Спасибо за внимание.